Символично, что интерактивный музей «Дорога истории. Наша победа» расположен на площади Куйбышева. Здесь 7 ноября 1941 года прошел легендарный военный парад. Отсюда солдаты уходили на фронт. Посетителей встречает экскурсовод и знакомит с 5 тематическими зонами. Первая «Завтра была война» отражает весну 1941 года. «Вставай, страна огромная» – эта часть музея соответствует периоду начала войны. Оборонительные сооружения, военная техника, оружие и призывной пункт, где представлены образцы военной формы Красной Армии разных родов войск. Здесь тыл был фронтом. В этой части экспозиции можно узнать, чем жила запасная столица в разгар военных действий. От работы оборонных предприятий до быта. Завершается экскурсия по интерактивному музею зоной, посвященной триумфальной победе во Второй мировой войне и подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года и возвращением фронтовиков на родину. Самарцы и гости города могут на мгновение вернуться в героическое прошлое нашей страны. Пришли посмотреть экспонаты интерактивного музея глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Дмитрий Азаров. Оставьте свой автограф. Несу свою лепку. Это останется нам на память. Кульминацией вечера стал концерт театральных и творческих коллективов области. В день открытия интерактивную выставку увидели около 10 тысяч человек. Экспозиция будет работать до 13 сентября. Владимир Соловьев, Григорий Плешаков. События.